Россия увеличит помощь Абхазии вдвое. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой республики Раулем Хаджимбой. Встреча прошла в преддверии подписания договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Лидеры выразили надежду, что он переведет отношения двух стран на качественный новый уровень. Но российская помощь поможет решить социальные задачи. Мы надеемся на эти отношения. В начале нашей встречи хотел бы отметить, что отношения между Россией и Абхазией развиваются весьма успешно. У нас создана хорошая нормативно-правовая база. Вместе с тем наши эксперты, члены парламентов пришли к выводу, что необходимо предпринять дополнительные шаги для того, чтобы создать наилучшие условия и для развития экономических связей, и для того, чтобы обеспечить безопасность Абхазии гарантированно. Ну и главным образом решить основную задачу – улучшить жизнь людей. Я очень рад вас видеть и уверен, что наша сегодняшняя встреча даст хороший толчок развитию всего комплекса наших отношений. Владимир Владимирович, я не меньше рад. Наша страна достаточно долгое время переживала значительные сложности, и сегодня мы вступаем в новую фазу отношений с подписанием этого договора. Мы, несомненно, увеличим те возможности, которые были ранее предоставлены Российской Федерации, в части касающейся и безопасности, и вопросов, связанных с социально-экономическим развитием Абхазии. Мы надеемся на эти отношения и не сомневаемся, что та помощь, которая будет нам предоставлена, будет реально полезна для нашего государства. Спасибо. Мы с вами знаем, что запланировано как раз двукратное увеличение этой помощи по сравнению с прошлым и даже текущим годом. Несомненно, это даст нам соответствующие возможности как раз-таки развития нашего экономического потенциала. Если ранние годы мы все-таки нацеливали на социальные проекты, то сегодня как раз-таки стоит задача поднять уровень экономических возможностей нашей страны.